Всем привет! У нас среда. Я вот время где-то около 9 утра. Ух, я уже сегодня сходила, погуляла, сейчас сбегала. Кормила вот товарищ уже второй раз ест. Такое ощущение, что тут у меня отъедается. 6 часов меня сегодня разбудил. Сидит, прям чуть на лицо не садится с утра. И этот ему подзуживает рядышком. В 6 утра они вот так вот перед моей моськой. Открываешь глаза, они сидят. Но я их в 6 часов не стала кормить. Сказала, хотя бы посидите до 7. Ну что это, я в 6 часов буду вставать их кормить. Вот он уже сегодня встала в 7, покормила, и время 9. Он уже вот второй раз ест. Как бы все это обратно у него не вышло. Сейчас решила себе завтрак. Корзинку вот приготовила с бельем со свежим опять наверх относить. Так, еще у меня там в стирке лежит одна с черным бельем. Я вчера что сделала? Отчитаюсь вам. Помыла вот окна. На первом этаже теперь у нас прекрасно, вот чистота, все видно. Смотрите, какая красота. У нас сегодня солнышко в облачках и не так жарко. Может быть, я сегодня вот сюда вот приду, и вот эти вот все цветочки, вот тут вот там много вдоль дома выросло всяких травы сквозь вот эти вот камешки. Надо их убрать. Но это я не знаю, выйду или нет сегодня. Хочется, в общем. Может, дождик пойдет сегодня, не знаю. Смотрите, какое красивое дерево. Мне так оно нравится. Ну, это окно помыло. Это помыло. Дверь помыла. Кухонное окошко помыло. И там у себя помыла. Здесь цветочек поставила, не знаю. Хозяева приедут, наверное, уберут. Но я пока просто поставила попробовать. А сейчас я себе вот чаек решила заварить. На завтрак хочу что-нибудь поесть. Сейчас чай с сахаром, и у меня одно яйцо есть, и сыр. Так, сыр. Холодильник у нас пустейший. Тут еще полно вот сыр, наверное, съем. Или вот этого кусочек, или вот этого, наверное. Яйцо вареное и сыр кусок. Достала хлеб из морозилки. Пирог вот такой из морозилки достала. Не знаю, что-то не пойму, еще почитать надо. Вроде бы его не надо готовить. Он уже тает. Не могу понять, надо его готовить или нет. Достала борщ. Еще когда в апреле, наверное, варила, замораживала Маша. Должен быть с фрикадельками. Не знаю, попробую. Вот такой будет сейчас завтрак. Всем приятного аппетита. Меня ждет сегодня опять мой трудовой день. Не знаю, буду заниматься или код писать. Там у меня задание есть, надо его сегодня сделать. Или буду по дому что-то делать. В общем, буду выбирать по настроению. Слава богу, хоть сыр до самого сентября не просрочен. Так, кажется, мой пирог. Ну, с утра сколько времени прошло. В общем, наверное, сейчас микроволновки еще чуть-чуть погреют. В принципе, он его не надо печь, он готов. Ну вот, такой чуть-чуть тепленький стал. Я не на полную мощность. Сейчас попробую. Сахаром посыпать придется. Сейчас попробуем. Очень вкусный. И сладкий. Вкуснее, чем я вчера булочки покупала. Сейчас чайку попью и дальше пойду. Приятного. У нас пошел дождик. Только полила, пока солнышка нет, потому что ни в помидоры, ни... В эти, как их, не в ягодки, там вода не попадает. Смотрите, какая красота у меня из окна. Там не... Я вообще балдею. Я как будто в лесу живу. Бассейн перетащила вчера. Немножко с тенечка там в теньке лежал. Я его помыла и воды налила, чтобы вчера жара была, чтобы чуть-чуть нагревался. Скоро уже мои приедут. Вон там лежал, видите, круг. В общем, вот помидорки спеют. Здесь мы уже вот сорвали несколько таких. Ну и больше пока они не спеют. Но они огромные. Смотрите, какие. Тут тоже вот какие длинноносенькие. А эти вот очень классные тоже растут. Их много. Смотрите, там еще. В общем, я не знаю, что их надо прищипывать, наверное. А вот тут вот сзади они даже не цветут. Смотрите. Они зря только сидят. Ни одного цветочка нету.
вот этот кустик и вот этот, по-моему, тоже так же. Вот сзади. Два куста, и они совершенно бесплодные. Тут у нас ягодка, смотрите, сидела. Она, у нее ягод-то не было. Но зато как она развелась. И вот она уже дала усов. И я хочу усы эти посадить. Надо заняться. У меня планов много. Я пока не кушаю. Вот, видите, цветут. И земляничка спеет. Это я юстусу, чтобы... О, какая-то фигня ест. Наверное, может быть, их поднять на лавочку, чтобы здесь их не съел кто-нибудь пока. Может, их накрыть какой-нибудь сеткой, чтобы их не скушали паразиты всякие. А то и юстусы не достанет. Вот, и пойду помидоры вам покажу. Кстати, так нравится здесь душиться. Смотрите, какая красота. Корова скучает. Душица очень вкусно пахнет. Надо чай заварить. Вот. Малинка тоже спеет. Сейчас уже то мы по одной ягодке съедали. А сейчас вот смотрите, сколько поспело на одном кустике. Но я пока не кушаю. Надеюсь, в воскресенье они приедут и юстус поест. Вот они, вон, видите, спеют. Ну тут вот еще будут. И здесь вот тоже много. Как бы не особо их кушают какие-то там паразиты. Вот не так много дырочек. А ежевика не взялась. Стояли вот обе там, а ежевика не взялась. И помидоры. Смотрите, упал у меня куст. Два куста были привязаны также к ниткам, как эти. И упали вчера. Нашла какие-то тут вот эти дуги. Положила на них прям сами кусты, чтобы они лежали. Потому что вешать их я даже не полезу туда. А они высотой, вот смотрите, я это вот 2 метра. Примерно получается. Вот, 2 метра. А эти еще выше будут. Маша сказала, будет их расти до тех пор, пока они не захотят сами заброситься. То у них столько... Вот этот отломился, вот кустик. Ну ладно, что, видите. Это потому что упало когда. А здесь-то вот еще много. Тут еще перчик. Тоже вот. А там помидоры очень тяжелые были. И прям, вон, видите, и они упали под тяжестью. Вот эти я подвязала, палочек вчера натыкала, чтобы эти тоже не упали. Тут вот тоже палку поставила. В общем, пока у меня других палок нет, я, по крайней мере, хоть чуть-чуть, потому что очень много. Видите, что? Вон они растут и растут. Тут вот помидорки спеют тоже, я тут ем даже. Ну вот, смотрите, какая кисточка. Это что? Вот это, если эта штука рухнет тоже, надо ее подвязать. То посмотрите, она какая высокая. Вот к этой, наверное, привяжу. Точно, они на какую не веревку. Пусть вот на это висит. Сейчас я их привяжу. И ягодки вот у нас тут спеют. Но они какие-то так себе замухрышки. Вот цветут еще. Еще цветут. Вот видите, это, наверное, ремонтантная. Она тут взялась. Вот. Ну пусть. Тоже вот есть усы у нее. И я хочу их тоже. Вот пошли усики. И я хочу ее тоже прикопать. Так, ну вот, немножко подвязала, сильно так не стала. Это так, как типа страховка небольшая, потому что здесь не туго, ничего не пережмет, и там тоже. По крайней мере, здесь все висит. Да. Вот помидорки, да? Вот это да. Какой вкусный получился борщ. Не зря я его морожу. Сейчас поем и... буду продолжать отдыхать сегодня. Сегодня я сижу за компьютером, почти ничего не делаю. Хотя на улице солнышка нет, и можно идти на улицу. Но я, наверное, все-таки вечером выйду. На меня сегодня такая лень напала. Прям ничего не охота делать. В общем, решила я подняться на второй этаж и что-нибудь сделать. Протереть пыль. Беру с собой для... пасту для... там немножко ванной. Ванну почищу. И для стекол. И потом приду, возьму швабру. Пошла я наверх. Надо немножечко пошевелиться, а то сижу целый день. Понятное дело, что интересно, но...
надо немножко еще и двигаться. Сразу с окошка начну вот с этого. Я все время, когда сюда поднимаюсь, у меня дышать, как будто кислорода не хватает. Поэтому мне не очень нравится сюда ходить. Так, так, это я ванну отнесу сейчас. Он тоже чистенько, но помыть, пол помыть, да. Раковину немножечко. 5 минут и готово. А я боялась. Смотрите, как чистенько. Так чуть-чуть подоконнички протерла и окошко. Смотрите, как прозрачно. Представляете, какой вид там? У нас там такой прудик. Березка. Там цапли иногда прилетают. Смотрите, какие цветочки у них там у соседей. Они там ухаживают все время. А следующее окно у нас вот здесь в гардеробной. Но я еще надеюсь сюда пробраться, конечно, чтобы погладить. Набрала вот тут вот футболок у Юстуса кучу. Ну, это же не в шкаф, не охота складывать. Все же такое мятое. Ну, в общем, надо погладить. Футболки бы зятю тоже не мешало погладить. Это я. Всем привет. В общем, вот так вот. Рубашки у него белые рабочие. Я с нашим Байерном. Приглашаю вас осмотреть следующее окошко. Тоже готово. 5 минут. Больше хождения и вокруг него, чем работы. Но здесь, посмотрите, здесь еще лучше видно пруд. Смотрите, какая красота. Я так думаю, что там рыбки у них плавают. Сегодня так прохладно, хорошо. Ну все. Пойдемте к следующему окошку. Следующая у нас целая дверь. Вот в таком волшебном теремке. Это у нас детская комната. Такой теремок. Тумбочка, там тоже окошко, но туда я точно не полезу. А эту дверь, конечно, протрем. Готово. Опять 10 минут. Я говорю, больше собиралась. Но главное, вы представляете, что я зашла, а здесь лежит третий наш, мой сожитель на эту неделю, кот. И я его не заметила. И стала открывать дверь, а он там активизировался и уже приготовился на выбежку. Хорошо, что я его заметила, он часто здесь спит. Пришлось мне закрыть дверь и выгнать его, потому что, ну как с открытой дверью, мне же надо мыть. Я, правда, босиком, как обычно, видите? Я везде босиком. Вчера, кстати, меня укусила какая-то фигня, оса или что вот здесь вот прям сразу внизу. И было очень больно. Я думала, змея какая-нибудь. Ну, боль прошла, и красноты даже не осталось, так что... Так, тут наша дорожка, тут наш сад, стена наша из той, которую я хотела обстричь, да руки не дошли. Видите, как разрослась? Тут боялась, вдруг я упаду здесь, надо, не знаю, можно ходить, не знаю, нет. Вот, опять видно пруд, который я вам с того окошка вон показала. А это уже... Так... Верандочка, помидорки, которые уже под 3 метра выросли, бассейн, ну и вот такие там у нас дома еще. Вот, птички поют, дерево. Ну а что, у меня следующее окошко. Идемте дальше. Ноги. Ай. Ноги грязные. Закрываем. Я вот так закрываю. Оп. У нас следующее окно. А окно это оно у нас находится в кабинете. В кабинете у моего зятя любимого. Будет ему чисто и приятно смотреть сквозь вот это вот. Видите, какое грязное, как бы показать вам. Очень грязное оно очень. Сейчас протрем, и будет ему очень приятно работать. И вид из окна у него вот такой, который я вам всегда показываю, когда иду с собачкой гулять. Не очень-то легко было его помыть, потому что здесь узенько. Но ничего. Нормально. Помыла. Вот это окно я мыть не буду. Никто в него не смотрится, и лазить я на него не буду. Потому что всякая грязь там только в основном снаружи. И я не знаю, как туда залезть. Если придумаю, то помою. Сейчас пыль только вот здесь протру на подоконнике. Знаете, а это оказалось не так уж и сложно. То есть чуть-чуть я все-таки могу его протереть, потому что открывается вот тут, вот так. Там лестница. Ну, в общем, немножечко с краю все-таки его протру, насколько рука достанет. Вот к
Красота же. Молодец я. Молодец. Все. С окнами в этом доме покончено. Мы смотрим, бачок, кажется, еще. Он пустой. Не знаю, что туда выбрасывать. Не буду я ничего. В следующий раз нас. Так. Пойду-ка я. Оп. Возьму. Оп. Так, надо мне взять. Вот. Давно. Надо открыть. И взять себе вот такую штучку. Такую штучку, наверное, возьму. Ага, и вот такую. Посмотрим, какая лучше. Потом, что еще мне надо. Это возьму. Еще надо мне взять, наверное, вот эту корзинку. Сейчас корзинку эту возьму. Вот так вот. Потом надо найти перчатки. Где-то. А, вот такую еще штучку. Так. Такую штучку мне, наверное, надо. Сейчас будет совок. Так, это взяли. Так, перчатки надо мне. Так. Так, ну что, ну все, наверное. Мне еще надо, наверное, швабру. Где-то швабра еще какая-то была. А где? А вон она. Сейчас достану. Блин, что-то тут капец, как тесно стало. Наставили тут оборудование детское. Так, швабра. Вот эта швабра. Подметать. Угу. Так, ну все. Можно выходить. Наверное, здесь оставлю открыто. Досочку сейчас так приложу, чтобы здесь все время не открывать. Так, идемте. Будем подметать. Дружок, ты сидишь? Сиди. Я его привязала тут. Сиди тут со мной. Так, будем вот это все с тобой убирать будем. Так, это сюда. Пойдем возьмем тазик. Вот этот. Все тут собрали, то что пусть немножко здесь проветрится, и пойдем чистить с вами, да? Пойдем чистить, будем вот это все убирать, да? Опа! Смотрите, что нашла. €2, 200 рублей. Ура, это мне заработает. Приятненько. Сейчас пройду немножко. Чуть-чуть. Вот эти вот все. Сейчас пройду. Thank you.
такой теперь у меня вид. Все, я немножко поскрябала. Зелень я не стала все убирать. Особо она не мешает. А вот все травинки. Тут вот вокруг лаванды тоже. Там вообще очень много сильно травы было. Сейчас эту дорожку я сегодня делать не буду. Это надо отдельно выходить. И это мне там надо еще задание сделать. Тут надо тоже вот это все как бы скосить, что ли, или как-то сделать. А здесь вот я убрала тоже. Сейчас все подмету и покажу вам, что получилось. Смотрите, все почистила немножко, зелень, конечно, не везде, но так вообще приятно ходить. Лаванду чуть-чуть, и здесь перед домом тоже почистила немножко, хотя бы ветки. Здесь дальше надо тоже чуть-чуть, но мне уже не хочется. Все по местам повешала, пойду, в общем, больше не буду. Так. Дружочек мой сидит на крылечке, ждет меня. 2 евро мои. Так, идем домой.